Всем привет, ребят! Ну что, настало время очередной прокачки героя на 9.9, и сегодня это будет интересный герой, думаю, для многих. И многие пиздонаты будут хотеть прокачать именно этого героя. Я думаю, многие уже поняли, о ком речь идет. Это будет у нас не Огнекрыл, не Фрея с ППшкой, которых я вам уже показал. Видосик будет в конце с заставками, там сможете посмотреть обзор на них, и тыковка, там тоже будет три героя, которые есть. У нас битва гильдии идет, и я решил прокачать Огника и потом потестировать дальше на битве гильдии. Как видите, у нас идет 50, дальше 65. То есть, по сути, очень круто будет. Плюс 15%. У меня стоит хранитель леса. 30% снять разные плохие дебафы и восстановить 30% от жизни. Также он находится в зеленой фракции, он будет хилиться. Ну, в общем, вот как-то так. По чарам. Чары у него стоят выживание. Сейчас мы поставим его восьмерку. По-моему. А, не, восьмерку я не делал, даже не буду ставить восьмерку. В принципе, там разницы особо не будет. Так, что у нас дальше? В принципе, все, поехали, делаем ему улучшение. Тык. Вот у нас первая девяточка есть, именно такая сборочка в снаряге. Уклонение плюс жизнь. То есть все сделано чисто под битву гильдии. Поехали, потестируем сейчас его по локациям, и потом я уже отдельно покажу вам его на других локациях, и точнее на битве гильдий. Смотрим. Он у меня 12-12, конечно, лучше все-таки первый скилл. Посмотрим, будут ли по ним попадать. Ну, честно, смотрю, попадают. А вот, кстати, на ли пошли. Фига себе. Смотрите, что он творит. Неплохо тогда. Ну, мне кажется, вот это самая идеальная топовая сборочка. Кстати, попал. Смотрите, какой неплохой отхил у нас получается. Даже не нужны руны утекания, по сути, уже 98%, 100. Так, ну что, давайте еще кого-то найдем более топового для рейда. Давайте, кстати, в кучу запустим. Все-таки 50% против 65. Интересно. Попали. Интересно. Так, хорошо, с рейдами понятно. Поехали на экспедиции по тесте. Интересно, что он у себя будет на экспедиции сейчас представлять. Так. Где там наш рунер? Главное это выбрать, который надо. Так, это не тот. Тоже не тот. Значит, первый.
даже не сюда запустим, запускаем сразу же на героев. Конечно, тут герои не особо сильные, видите. Угрозы ему нет. Ну, сейчас дальше пройдем, дальше потестим. Так, 50% есть. Вот отлично. Ну, посмотрите, буря там и толпа. Интересно, смогут что-то сделать? Да, все-таки слили. Попали. Ну, конечно, против такой толпы смысла даже нету никого его выдвигать. Так, хорошо, поехали на аренку. Уже потестируем его везде, а потом уже будем пробовать на битве гильдии. 9-9 ожог. Да, противники у меня тут, конечно, мега эпические. Ну, что поделать? В общем, вот как-то так. Так, идем нафиг эту арену, все равно толку никакого не будет. Ставим здесь. Такс, наш Ронин. Отлично. Пробуем против пачки с Некросом. Так, ну Некросы, наверное, я смотрю, попадают. Все-таки попадают, и очень даже нехило так попадает. Ну, не бьет он его один на один. Так, обновимся. Поехали. Вот интересно, какой урон он. Больше урона нанесет. По сути, Ронин против Ронина интересная тема. Они вовремя попадаются друг против друга. Давайте этого попробуем. Буду выходить, чтобы время не тянуть. Вот Фрейка. Это интересно. Надеюсь, она тут с эволюцией. Угу, конечно. Надо все-таки в топ выходить, а то... Он висует, конечно, но толку, это не топовые прокачки. Вот это более интересно. Так, что там у нас?
себе. Посмотрите, практически даже против. Ну, тут опять же то, о чем я говорил. Чем больше будет целей убить, тем больше шанса. Ну, практически Фрейя, конечно, восстановилась. Неплохо. Очень-очень даже неплохо. В принципе, вот так вот. Ну что, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Я побежал дальше его тестить на битве гильдий. Всем удачи, всем девяток прокачек. Конечно, для бездоната опять же это будет очень сложно, но надеемся, что скоро они повысят шансы. Все, всем удачи, всем пока.